За 2 дня до срочного голосования явка избирателей на выборах президента Беларуси составила почти 13%. Такая информация размещена на сайте ЦИКа. В Могилевской области на участки пришли свыше 14% избирателей. Досрочное голосование стартовало 4 августа и продлится по 8 число. В молодежном парке организуют кинотеатр под открытым небом. Покажут фильм «Не игра». Кроме сеанса, в программе выступления студии «Шоколад». Начало 8 августа в 20:00. Подведены итоги онлайн-конкурса среди людей с инвалидностью на лучшую грядку. Участники присылали фото своих огородов. Члены жюри оценивали грамотный подбор и разнообразие высаженных культур, внешний вид и развитие растений. В разных номинациях победили 10 работ. Белшина и Слуцк сегодня сразятся на стадионе «Спартак». Матч пройдет в рамках 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Начало в 18:00.